Ярый борец за соблюдение закона о тишине и ограничение продажи тонизирующих напитков. Нового руководителя областного полицейского главка представили коллективу. На встрече с коллегами со всей области Александр Винников отметил, в первую очередь важно наладить взаимодействие с жителями и властью. Нам необходимо было действительно наладить рутинное дело, созданное государственной властью на региональном уровне. И вся вот эта работа должна быть именно в интересах населения Самарской области, чтобы население было все комфортно и безопасно. Александру Винникову 54 года. Раньше он возглавлял МВД по Магаданской области. До этого 20 лет проработал в уголовном розыске и криминальной полиции Санкт-Петербурга. На должность в Магадан переводился еще полковником. Очередное звание получил через год. На посту руководителя Самарского областного главка Винников сменил Сергея Солодовникова, который возглавлял управление с 15 по 17 годы. Указ о назначении Винникова подписал президент Владимир Путин. На встрече с новым начальником полиции главы подразделений МВД в городах и муниципалитетах руководитель. Руководители силовых структур. Прибыл очень опытный, авторитетный руководитель. Для него задача сохранить все то лучшее, что здесь есть, и поднять работу полиции на качественный уровень. Вот все задачи. Приход очень опытного человека, прошедшего все этапы, начиная от рядового самого милиционера и уже 2,5 года возглавляющий управление на Дальнем Востоке, да, это очень о многом говорит. Это тоже залог того, что мы можем улучшить результаты, иметь более тесное взаимодействие и с органами власти, и с местными органами. Также на встрече было отмечено, за последние годы люди стали больше доверять полицейским, улучшились и результаты работы правоохранителей. Алина Чемерис, Василий Колдашов, «События».